«Московская правда» активно участвовала в информационных войнах в конце 90-х, вот когда было противостояние единства и отечества. Ты сторону выбирал по исходя из каких-то личных знакомств, исходя из политических каких-то трактовок противоположных опять сторон. Опять поспорю с тобой, Жень, по поводу формулировки вопроса. Я вообще не выбирал сторону. Я не состою ни в одной политической партии. Я был членом КПСС, как и многие мои коллеги. Вот. Но после того, как КПСС скончалась благополучно в 91-м году, я не был членом никакой партии ни разу и ни одного дня. И не собираюсь. Не потому, что мне там никто не нравится, ничьи идеи не нравятся, не поэтому. Я просто считаю, что у меня есть трибуна, есть газета, где я могу высказывать все, что считаю нужным. Могу пытаться что-то изменить, чего-то добиться. Мне не нужна никакая партия. Во-первых, а во-вторых, я считаю, честно говоря, что в России нет партий. Вот. В России нет ни одной политической партии. Вот сейчас Зюганов с Жириновским вздрогнули. Ну, Зюганов с Жириновским – это руководители или лидеры определенных группировок политических. Так. Они отстаивают свои интересы. Угу. И я это, в общем, говорил публично, в том числе и в лицо некоторым из них. Угу. Вот, что я считаю, что партия должна начинаться с идей. Никаких особых идей нет. Они все хотят видеть достойно. У коммунистов нет особых идей. А какие у них особые идеи? Я не знаю. Это тебе, как бывшему члену КПСС. Сейчас, погоди. Вот понятно. КПСС и КПРФ – это две большие разницы, как в Одессе говорят. Да, да. Значит, дело в том, что КПРФ на старте, в начале 90-х, и КПРФ нынешний – это тоже две большие разницы. Сейчас нет партии, которые бы отставили какие-то особые идеи. Они все говорят, почитай их программы. Мы за достойную жизнь народа, мы за процветание России, мы за развитие экономики. А кто против, собственно? Я тоже. Все за. Они все за одно и то же. У них нет понимания того, как это можно сделать, как этого можно добиться. Тогда и бог с ними. Я ведь поэтому мне все равно. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».